В Актобе убийцы 46-летней сотрудницы Акимата добавили срок. Сегодня в апелляционном суде пересмотрели резонансное дело. Родные погибшей женщины остались недовольны тем, что преступник получил всего 11 лет. Брат погибшей настаивал на том, что 29-летний мужчина с особой жестокостью расправился с бывшей возлюбленной и не дал ей ни малейшего шанса остаться в живых. Она была... Во-первых, в беспомощном состоянии. Это было зимой, в тот день. Был сильный мороз, она была без одежды. У нее были порезаны обе кисти, так как она пыталась выхватить нож за свою жизнь. У нее двое детей, на тот момент их совершеннолетние были. После таких нанесений ран, зачем нужно было бы резать шею сзади? Какой смысл? И ложить багажник, и там два дня находится, находился на багажнике. Убийство произошло в середине февраля. Известно, что жертва и преступник, несмотря на большую разницу в возрасте, находились в любовных отношениях. При последней встрече сотрудница Акимата узнала, что мужчина женат. Возникла ссора, в ходе которой молодой любовник нанес женщине 35 ударов ножом, а затем закинул труп в багажник своего авто. В начале июня суд первой инстанции приговорил его к 11 годам. Но сегодня на апелляции огласили новый срок. Судебная коллегия согласилась, что преступление было совершено с особой жестокостью и назначила теперь 15 лет колонии. В последнем слове, которое убийца читал с тетради, он просил учесть наличие трех детей и отца-инвалида. Прошу простить меня за содеянное. Еще раз приношу извинения родным. Полностью осознаю свою вину. Искренне раскаиваюсь.